В доме 2 по улице Маршала Бирюзова уже 52 года живет заслуженный мастер спорта, тяжелоатлет, олимпийский чемпион 68 года, многократный чемпион Советского Союза, Европы и мира Виктор Григорьевич Куренцов. В его копилке достижений 150 золотых медалей и 26 мировых рекордов, а рекорд, поставленный во время Олимпиады в Мехико, был занесен в книгу Гиннесса. Долгие годы он проработал в Одинцове, теперь почетный гражданин Одинцовского округа. Сегодня Виктору Григорьевичу исполнилось 80. Он считает себя счастливым человеком и в этот день вспоминает о своих спортивных достижениях. Я все проиграл 3 раза. Ну, 2 серебра и бронза. Приезжаю, а сосед такой дотошливый, когда я выигрывал золотые медали, его не видно было. А когда вот проиграл он, ну что от тебя, нюшку, начистили. Так что мне нельзя было проигрывать, я выиграл. Где наш именинник, дорогой? Здравствуйте. Поздравить с круглой датой знаменитого тяжелоатлета пришли депутаты «Единороссы». С собой принесли поздравления от главы Одинцовского округа Андрея Иванова и благодарственное письмо от муниципальных депутатов, а также огромные букеты роз и подарки. Это замечательный, удивительный человек с большим таким, знаете, запасом спортивной энергии, потому что это многократный чемпион, человек, который устанавливал замечательные рекорды. И поэтому для него, я тоже думаю, что приятно, что мы сегодня его пришли, поздравили, несколько слов пошутили вместе с ним. Поэтому ему только здоровья, благополучия, всего самого-самого доброго. Это человек-легенда, человек-гордость, человек тот, с которым всегда хочется общаться. Это скромный души человек, человек, который имеет большой стаж спортивной работы, но тем не менее очень скромный. Хочет встречаться с нами, и мы это ценим, бережем его здоровье. Действительно, с ним проговоришь, и хочется делать олимпийские рекорды. Он удивительный человек. Дай Бог ему здоровья. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».